Добрый день, друзья! Вновь пришло время познакомить вас с рекламой и объявлениями. ВУЗ-партнер Тюменского государственного университета Таллинский университет приглашает студентов принять участие в 5-й юбилейной зимней школе по эстонскому языку и художественному дизайну. Занятия будут проходить с 6 по 24 января 2014 года. Участники смогут познакомиться с традициями и местной культурой. Регистрация продлится до 1 декабря. Дополнительную информацию о зимней школе в Таллине можно найти на сайте, адрес которого вы видите на экране. Внимание! Кастинг! Телеканал Кин ТВ ищет ярких и талантливых ведущих. Мы ждем вас 26 октября в 12 дня в космосе. Звоните 613-015. Начни свой день с Тим ТВ! Информационно-библиотечный центр Тюменского государственного университета предоставляет новую услугу – час библиографии. Это не только консультации при составлении библиографических списков литературы, но и возможность познакомиться с основными методами и приемами традиционного поиска информации для научной работы. Занятия проводятся по мере набора группы. Запись по телефону 45 60 25. Симптон программа – это тренинги личностного роста, направленные на всестороннее и гармоничное развитие человека. 18 сентября – базовый тренинг «Открытие новых возможностей». Полный курс до 24 ноября. Автор программы – известный российский психолог Николай Козлов. Чтоб ты был развивающимся, здоровым, счастливым и красивым человеком. Желающие поставить прививку от гриппа могут обратиться в медико-санитарную часть Тюменского государственного университета с 9 до 17 часов во вторник и четверг. С 12 до 13 часов – санитарная обработка процедурного кабинета. Используемая вакцина «Гриппол очищенный». Справки по телефонам 45 55 75 или 45 55 85. В рамках конкурса «Книга года 2013» на сайте кафедры издательского дела и редактирования Тюменского государственного университета открыто интернет-голосование. По результатам подсчета лайков будет определен победитель в номинации «Самая популярная книга». Голосуйте за понравившееся вам издание. В Институте психологии и педагогики ТЮМГУ открылась художественная школа для взрослых «Арт-Академия». Вы готовы испытать восторг, прилив творческих сил и умиротворения, когда сделан последний штрих?
Мы ждем вас в художественной школе для взрослых. Скоро ваши руки будут с уверенностью держать карандаши и кисти, и перед вами откроется удивительный мир, часть которого вы создадите сами. Занятия в арт-академии проводятся в вечернее время. Справки по телефонам 36 98 59 или 8 919 936 19 70. И последнее объявление на сегодня. В столовую Тюменского государственного университета требуется кухонная рабочая. Зарплата выплачивается вовремя. Гарантирован социальный пакет. Обращаться по телефону 45 51 01. Заказать рекламу и подать объявление вы можете по телефону 54 20 12. Прежде чем попрощаться, приведу новую крылатую фразу американского государственного и политического деятеля Бенджамина Франклина. Лень плетется так медленно, что бедность быстро нагоняет ее. Не забывайте об этом. До встречи!